Всем привет! Вот сходили сегодня в магазин, купили вот такую сумку продуктов, ну и все разное. Это обошлось где-то в 1500 примерно. Сейчас я не помню точно ценник, потому что это был не один магазин. Так, давайте буду показывать, что купили. Купили вот такой сыр, ну он тоже по распродаже, 400 грамм, стоил 300 рублей. Ну, довольно-таки нормальный кусочек, натура. И купили бублик 50 рублей. Так, купили вот такой подарочек. Это тоже стоило 50 рублей. Две шоколадки Риттер Спорт по 100 рублей шоколадка. Это 200 рублей еще. Так, вот этот сыр 70 рублей. Ну, там можете поменьше, по-моему, 70 рублей. Или 75, не помню. Вот. Два банана, рублей 20, по-моему, было. Они тоже по распродаже. Вот эти яблоки около 100 рублей стоили. Там по 80 рублей за килограмм. Купили лимонад, это тоже 50 с чем-то рублей, 52, 53. Вот такие конфетки купили, это тоже 50 рублей. Купили лампочку, она тоже по распродаже стоит 80 рублей такая, на 180 ватт. Купили две футболки по 230 рублей, но они тоже просто, да, 230 рублей, вот такая футболочка, ну, довольно прикольная, вот она, такая, в несколько цветов, ну, классная, вот, такие футболочки. Вот, давайте сейчас посчитаем, сколько это примерно вышло. Так, ну, это давайте считать, это 260. 300, ну, с двумя 360. Ой, точнее, да, это не 260, а что я посчитаю? 231, это получается 460, 560, это 300, 560, 860, шоколадки по 100, 900, 1060, это там 70, ну, 80 рублей, 1060, 1140, вот этот 75, ну 80 считайте, 1140, 1220, бублики 50, 1270, ну бананы 20, 1290, вот, лимонад 55, там что-то такое, 1290, 1340 считайте, ну и яблоки 100. 1440. Ну, короче, за это все нам выпустили 1440 рублей. Вот. Ну, брали тоже много чего по распродаже, поэтому... Ну, все равно дорого, по идее, еды никакой нет, а сумма такая уже набежала. Ну, вот. Поэтому это приблизительно цены, которые сейчас есть, на которые можно купить там футболочку и какую-нибудь вкусняшку. Ну, так вот. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал, поставьте палец вверх. Пока-пока.